Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис. И сегодня я решил дать еще одно полезное видео по поводу канала YouTube. В прошлый раз я вам рассказывал, как оптимизировать свои ролики, свои трансляции. И я думаю, вам интересно будет, как сделать так, чтобы набрать просмотры, например, на своем канале YouTube. Я думаю, это многим будет интересно. Давайте я уже здесь набрал вот такой запрос, как раскрутить свой канал. Мы будем попадать в рекомендуемые и мы будем попадать в похожие. То есть, конечно, мы видим здесь год назад и 9 месяцев назад. Нам такие ролики не нужны. Нам нужно что-то свежее. Желательно вот здесь, вот, когда вы набираете, как раскрутить свой канал, например, вы набираете фильтры и выбираете за сегодня. Скорее всего, за сегодня какие-то ролики вышли. Давайте смотрим. Вот у нас в рекомендуемых здесь, вот на этого человека когда-то я был подписан. Что мы будем делать? Мы будем брать его название. Ну, не полностью название, нам только нужна часть этого названия или вот какую-то нам нужно название, чтобы попасть вот сюда в рекомендуемые, чтобы у нас здесь это все было. То есть, чтобы где-то мы были вот в этом поиске. Итак. У нас 13 часов назад вот вышла раскрутка видео на YouTube, как повысить активность подписчиков на YouTube канале. Что мы сделаем? Ну, соответственно, мы зайдем на этот ролик. Смотреть мы его, соответственно, не будем. Мы просто копируем. Вот это название. Нам достаточно будет. Раскрутка видео на YouTube. Как повысить активность подписчиков на YouTube. Все. Это нам будет достаточно. Соответственно, нам нужен какой-то текстовый документ создать. Ну и, соответственно, мы создадим сейчас текстовый документ. Абсолютно любой. И мы сохраняем здесь вот это название. Все. Нам больше ничего не надо. Соответственно, мы переходим далее. Какой ролик вы будете смотреть, как раз этот ролик, и вы будете смотреть рядом вот с этим роликом, где-то рядом с этим роликом будет в рекомендуемых и мой ролик. Заодно посмотрим, как это будет все выглядеть. Но с другой стороны, откуда я это все знаю, возможно, видео затянуто чуть-чуть. Давайте перейдем на мой канал. Я здесь экспериментировал совсем с другими видосами. То есть вы прекрасно видите, что мой канал по заработку. И здесь вот проверенная схема заработка без вложений $50 в сутки. То есть, ну, там реально можно заработать такие деньги, если постараться. Но, тем не менее, это проверенная схема. Это попадает в рекомендуемое. И мой ролик там где-то крутится, и, соответственно, с теми просмотрами, с которыми крутится этот ролик, с теми просмотрами просматривается и мой дополнительный ролик. Соответственно, что мы делаем далее? Далее, при обработке видео мы делаем, именно вставляем то название, меняем чуть-чуть хвост. Например, если у нас написано «Раскрутка видео на YouTube, как повысить активность подписчиков на YouTube», и здесь у нас будет, к примеру, так, проверенная схема. Вот так вот. Проверенный способ. Все. Вот у нас готово название, и с этим названием как раз вы увидите это видео. И я думаю, это видео достаточно быстро, буквально там за сутки, за двое, ну, по крайней мере, просмотры будет набирать. Я думаю, я был вам полезен. Если вам нужны такие ролики далее, значит, я вам буду рассказывать, как бесплатно, ну, какие-то просмотры набирать на канале YouTube, как
как оптимизировать, я уже вам рассказывал. Кстати, этот ролик я вставлю в самом конце. Можете посмотреть, как оптимизировать при помощи программы VidIQ и при помощи программы Clever, как оптимизировать свои именно видео, чтобы их люди смотрели. На этом заканчиваю. Кому понравилось, ставим лайки. Кому нужно продолжение, соответственно, пишем, хотим продолжение, хотим развивать свой канал YouTube. Всем привет!